Здорово всем, народ! Сегодня мы будем говорить о моей стратегии, будем говорить о скальпинге. И я вам покажу сегодня такой инструмент, как полосы Боллинджера. Как он может вам помочь? По сути, смотрите, что такое полосы Боллинджера? По сути, это те же самые линии поддержки и сопротивления. Вот мы видим, вы видите, я взял участок, это скальпинг, да, вот коридор идет. И мы в нем зарабатываем, да? Я торгую без этого коридора, потому что я все это вижу наглядно. Просто там некоторые говорят, то, что я торгую. Прочитал просто одну статью на сайте и говорят, то, что я торгую. Непонятно по какой стратегии. Если я торгую без индикаторов, значит я торгую без стратегии. Вот такое у них мнение. То есть мне эта стратегия не нужна, я уже все вижу. Но вам полосы Боллинджера реально будут в помощь. По сути, здесь ничего сложного нет. Вы видите, да, идет пробитие, мы заходим на понижение. Идет пробитие, мы заходим на понижение. Но сейчас я вам все объясню подробнее. В моих видео вы могли заметить то, что я торгую на зонном графике. Потому что на зонном графике намного удобнее, именно когда я торгую по скальпингу. Так что переключаемся мы на зонный график. Линия, давайте область. Итак, смотрите. Рассказываю, что происходит у нас. У нас происходит пробитие. Пробитие вот верхней полосы Боллинджера. Только мы дожидаемся роста вниз. Вот это вот обязательно, дожидаемся роста вниз. Ставим на понижение. Опять у нас идет пробитие. Дожидаемся роста вниз, ставим на понижение. Таймфрейм у нас стоит 1 минута, то есть свечи по 1 минуте. Заходим, народ, на 1-2 минуты. Дальше. Вот здесь, например, да, пробитие. Дожидаемся роста вверх. Видите, сигнал у нас не заходит. Дальше здесь пробитие. Дожидаемся роста вниз. Дожидаемся движения вниз, заходим на понижение. Пробитие, дожидаемся движения вниз, заходим на понижение. Дальше идет опять пробитие, дожидаемся движения вниз на понижение. Пробитие, движение вниз на понижение. Опять пробитие, движение вниз на понижение. Опять же, видите, пробитие, да? Только цена уже пошла вверх, ставим на повышение. Итак, у нас получилось, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 прибыльных и 1 убыточный сигнал. Так, теперь поговорим, насколько заходить, потому что вот все задают такой вопрос, насколько заходить. Народ, смотрите, я поставил по 1 минуте, свечи у нас идут по 1 минуте. Ну, насколько же мы можем заходить? Видите, да, вот ситуацию? Только начинается красная свеча, заходим на 1-2 минуты. Понятно, что мы заходим на 1-2 минуты. Вот здесь вот только начинается красная свеча, заходим на понижение. Народ, это очень важно. Когда начинается движение в обратную сторону, только тогда заходим. Также здесь, видите, появилась красная свеча на 1-2 минуты вниз. Также здесь красная свеча начинает появляться на 1-2 минуты вниз. Почему важно дождаться движения в обратную сторону? Смотрите. Видите, пробивает нашу линию, да, пробила красная свеча. И некоторые, кто там торгует слепо по Боллинджерам, заходит уже на повышение. А красная свеча продолжается дальше. Вот опять идет красная свеча. Нужно, народ, обязательно дождаться зеленую свечу. Вот, только появилась зеленая, мы заходим, мы в прибыли, да? Давайте пройдемся дальше. Область. Дальше, вот здесь вот, да, видите, идет пробитие. Здесь вот сигнал, наверное, бы не зашел. Вот здесь бы я зашел, ну ладно, например, вы бы не зашли. Вот здесь, да? Сигнал зашел. Вот здесь пробитие, сигнал зашел. Вот здесь пробитие, только идет цена в другую сторону, мы заходим, опять же сигнал зашел. Народ, если словить идеальный скальпинг, вот же, ну я вам говорил, что самое сложное в этом, да? Вот все так просто, да? Пробивает, заходим в обратную сторону, пробивает, заходим в обратную, пробивает, заходим в обратную. Если бы все было так просто, а что самое сложное? Самое сложное — найти этот коридор. Найти, вовремя в него зайти и вовремя с него выйти. Вот это, народ, реально самое сложное. Потому я вам и объяснял, как я торгую. Нахожу ситуацию, если я вижу ситуацию, я торгую. Если этой ситуации не вижу, я не торгую. Вот почему я никогда не сливаю депозит, я захожу только в определенные ситуации и зарабатываю на них. Так, ну вот я вам практически все рассказал. Смотрите, что это за сайт, да, где я сижу. Я сижу на TradingView. Ссылку я оставлю в описании. Какие настройки, да?
индикатора. Вот смотрите, нажимаете на индикатор, перематываете в самый низ. И вот, выбираете полосы Боллинджера. Настройки вы выбираете стандартные. Вот так вот, народ. Слепо доверять этому индикатору, конечно же, нельзя. Он будет для вас в помощь. Если вы еще визуально не видите вот этих вот линий, я вижу визуально, я могу заходить. То есть, если вы еще не видите, этот индикатор вам реально будет в помощь. Так что, надеюсь, это видео реально было для вас полезным. Ставьте лайки. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока. We'll be right back.